Друзья, находимся в Италии. Дело в том, что я вот шел. Паутина это липнет. Шел по лесу. И вот шел. И, как говорится, дошел. Это у нас итальянский. Здесь живут итальянские боевики, как я понимаю. Видите, лагерь. Так как у них здесь сверху все полностью зашифровано. Они ниже не сидят в землянках, как у нас. Можно выходить наружу, сверху. Как видите, вертушек нету, самолетов ничего нету, никто не бомбит. Вот. Вот такой вот штаб. Ничего себе, здесь вода даже есть. Или типа есть. Паутина здесь все заросло. Нет, воды здесь, конечно, не может быть. Хотя нет, она может быть, просто, видать, там нету. Откуда понашла. Все заросло паутиной. Да. Такой вот. Точка такая. Повстанческая. Вот отсюда они, видите, шмаляют. Сбивают самолеты разные. Там у них вон запасы воды видны. И разные боеголовки. Такие вот дела. Такой лагерь боевиков в Италии. Что ж, пока это все, буду ждать. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. И не воспринимайте все всерьез. Так, идем дальше.